Китай тем временем возобновляет поездки туристических групп в Россию и несколько других стран. Поездки за границу КНР приостановила в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Ассоциация туроператоров России ожидает прибытия первых групп уже в феврале-марте. Тюменская область также ждет гостей. Наш регион пользуется спросом у туристов из Китая. О том, что их привлекает, рассказала Любовь Матиевская. Те туристы, которые более возрастные, ну, скажем так, где-то 45-50+, им, конечно, интересна тема красной линии, так называемой, все, что связано с построением коммунизма, Ленина, вот каких-то исторических фактов, эта их история притягивает. И как раз то, что у нас был Ленин. Если мы говорим о более молодежных туристах, об молодежи, то им вообще интересна тема экологии. И вообще для всех туристов, в первую очередь, наверное, им вообще интересна Сибирь с точки зрения природы.